Мы с Колей живем 4 года. С самого начала отношений Коля был для меня идеалом мужчины. Я закрывала глаза на все его недостатки. А потом, когда рассеялся флёр влюбленности, вы посмотрели на него другими глазами и вместо идеала увидели перед собой обыкновенную бесчувственную скотину. Ну нет, ну не прям так. Да-да. Вообще-то ты меня так и называла. Между прочим, тарелку разбила об стену. Ух ты, посмотрите на него. Ай-яй-яй-яй-яй. Тарелку она разбила. А ты скажи спасибо, что о стену, а не от тебя, Коля. Простите? Простите. О, натворил дел, а теперь простите его. Вообще-то я думал, что психолог для того, чтобы помочь решить проблему, а не усугублять ее. Понятно. Теперь же у вас психолог виноват. Психолог, наверное, заставлял тебя под утро на четвереньках приползать домой с перегаром и в помаде. Психолог, да? Вообще-то Коля мне не изменяет. И Коля никогда не пил. И домой он всегда возвращался вовремя. Че, Серёна? Да. Да, представьте себе. Коля порядочный. Он очень щедрый, он работящий. Но наша проблема совсем в другом. Нет, ну что вы, с этим как раз у него все отлично. А вот сейчас прямо интересно стало. Прямо интрига сейчас у нас. Чего тебя не устраивает тогда? Дело в том, что Коля на меня давит. Неправда. Я на тебя не давлю. Я просто прошу ее научиться готовить. Уже 4 года прошу. Одним словом, между нами выросла стена недопонимания. Об которую ты, истеричка, тарелки лупишь? Простите? Коля, значит, твой пашет, зарплату домой таскает. А ты, мало того, что ты, да ты мужика просто накормить элементарно не можешь. Ты еще посуду портишь, да? Коль, ну и голова по субботам все время болит, да? Коля, ты чего молчишь? А, ух ты, нам теперь стало интересно Колино мнение, да? Эгоистка. Может, мы все-таки найдем какой-то компромисс? Вы все-таки профессионал. Ну, помогите нам, направьте нас. Сейчас направлю я вас. Вот вам направление на завтра. Адрес-то. Это куда? Это в ЗАГС. Скажете, от меня разведут без очереди. А лучше, Коля, чем ждать, пока там кто-то чему-то научит. Можно же сразу найти умеющих все, Коль. И с хорошей работой, и с пирогами, Коль. И голова никогда не болит. Колька, я всему научусь. Твои эти киевские котлеты, как ты любишь, да, и соляночку. И если ты захочешь, то я всегда готова. Я сейчас хочу. А, ну, пойдем домой. И у нас вообще-то и проблем как таковых-то и не было. Понимаете, на самом-то деле... Нет, ну я так понимаю, сеанс окончен, да, ребятки? Спасибо вам большое. Касса там в конце коридора. Спасибо. Фу. Пора реквизит-то обновить.